Вот такой вот гаджет из Китая хочу показать вам. Это спидометр для велосипеда. Вот такой вот в упаковке. Это инструкция на спидометр, где все тщательно показывается. Как установить и использовать этот спидометр. В комплекте такой вот дисплей. Красивый. Жидкий кристаллический. Вот такая вот подставка для дисплея, шнур. Вот маленькая. Вот такая вот штукенция. Это вставляется на спицы велосипеду, на колесо. Потом на руль прикрепляется вот эта подставка. Шнур дотягивается до колеса. Вот здесь видно вам, по-моему, да. Вот это вставляется так на спицы. Это на вилу, на раму велосипеду, то есть около колеса. Когда колесо крутится один круг, приближаясь к этой точке, определяется круг. И вот по этому принципу на дисплей выводится. На дисплей выводится информация. Вот дисплей прикрепляется сюда. Выводится информация. Ваш дисплей показывает часы. После установки вот этого на спицу, этой штукенции, здесь фиксируется круг в сантиметрах, то есть диаметр колеса. Вводим сюда в сантиметрах, и после этого показывает нам скорость велосипеда, пройденный путь в километрах и сколько кругов сделало колесо. Это все показывается здесь. По-моему, у него есть и память, фиксируется, но не знаю, насколько вспоминает, на сколько дней, но память есть у него. Вот такая вот штука, стоит менее $5. Я покупал его на eBay. Если вы знаете больше об этом гаджете, прошу вас написать под видео в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайки, если нет, дизлайки. Подпишитесь на канал.